зимой, и весной, и летом я ходил за девчонкой этой, добивался я ее любви. Я в любви признался однажды, она мне это не важно. Ты меня любишь, а я тебя нет. Кадры 2022 года. В Центре культуры «Нефтяник» проходит открытый фестиваль «Играй гармонь сибирская». В числе участников профессиональные музыканты, водитель, нефтяник и даже врач местной больницы. В зале как страшно. За свои 59 лет первый раз на сцене. Но будь что будет, маленечко похулиганим. Студенты Камаринску, лучше люди заходят, штаны по улице бежит, сам бежит, бежит, подпрыгивает, свои штаники подергивает. Русская гармонь. Сколько же судеб связано с ней? В годы Великой Отечественной этот инструмент и русская песня пробуждали в человеке силы, будоражили кровь и помогали побороть страх. И в наше время звуки гармонии никого не могут оставить равнодушным. Именно по этой причине художественный руководитель Центра культуры «Нефтяник» Лариса Рябовол решила сделать традиционным фестиваль «Играй гармонь сибирская» в Лангепасе. Посмотрев, конечно, «Играй гармонь» российского уровня, нам хотелось бы организовать в своем городе подобный праздник, народный праздник, но сделать его как-то по-особенному и по-лангепасски уникальным, ярко, интересно, ну как могут наши артисты. Первый концерт в 2022 прошел с успехом. Для того, чтобы организовать второй фестиваль, Лариса Ивановна представила свою инициативу на конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл» и выиграла. Так ее мечта уже в апреле 2023 станет реальностью. Фестиваль «Играй гармонь сибирская» будет жить. Не первый год и не первый раз участвую в конкурсе социальных культурных проектов «ПАО «Лукойл». И могу сказать, что нефтяники очень внимательно относятся к проектам, особенно приуроченным к тому или иному году, объявленному в России. Вот наш, например, проект был приурочен к году сохранения культурного наследия России, объявленного в России. Поэтому я думаю... А что такое наследие? Это наша история, наши традиции, наши истоки. Все это есть в гармонии. Я думаю, нефтяники отметили этот проект именно как приуроченного к году сохранения культуры. Грантовые средства будут направлены на организацию фестиваля и приобретение главного приза «Тульской гармонии». В культурном событии могут принять участие все желающие. Первые заявки уже поступили. Возраст артистов значения не имеет. Главное – хорошее владение инструментом. При желании свое творчество могут представить и баянисты. Играет Александр Матюха, он баянист, готовится к предстоящему фестивалю. Уже подобрал репертуар и по 2-3 часа в день музицирует. Поскольку это фестиваль так и называется «Играй гармонь», то будут звучать произведения русского народного фольклора для баяна, для гармошки в частности. Ну, я в частности, допустим, готовлю пару произведений русского народного стиля. Это «Утушка Лаговая» и «Метелица». Вот такая есть хорошая композиция. Любители музыки ждут на фестиваль «Играй гармонь сибирская» в субботу, 8 апреля в 15 часов. Вход свободный. Алина Нощенко, Тимур Зигангиров. Наши города.